Perché tu vuole? Il vuole. Il gli vuole. Vuole, no, ciao a tutti. Un momento, ragazzi. Oggi è il primo video di questa primavera. Integrazione della skinda nella tecnica airtage di motivo a rombo. Мне кажется, я немножко по-испански с итальянским акцентом, или наоборот, по-итальянски с испанским акцентом разговариваю. Привет! Тысячу лет не виделись. Сегодня весна, новое видео, новый цикл роликов. Обещаю вам много контента, без больших перерывов. И, естественно, давайте знакомиться с моей прекрасной моделью и подругой. Это Марина. Всем привет! Человек геройски, просто, я не знаю, сколько терпения ты набралась и где ты его накупила, или как сказать, вырастил для нас вот такие вот шикарные большие корни. А нужно нам это для того, чтобы сегодня мы с вами провели, еще раз скажу, Integrazione della skinda nella tecnica airtage motivo a rombo. Интеграцию седины в схеме ромб. Техники AirTouch. Что мы будем делать? Ну, Air, понятно, Air я вас не удивлю, ничего нового для вас тут нет, тем более, что у Марины Air есть. Но дело в том, что, конечно, за 3 месяца у нас все слои смылись, оттенок уже, естественно, весь не тот. И надоело, да, нам так сильно подкрашиваться, потому что есть уникальные люди, да, есть кто-то не обесцвечиваемый, а есть кто-то не закрашиваемый. Вот, так, например, Марина обесцвечивается прекрасно, да. То есть в блондинку ее вывести несложно, но она не любит быть блондинкой. А вот закрашивание в темный приводит к тому, что все вымывается и начинает дико фонить. Сегодня на фронтальной линии, наверху, у висков, интегрируем седину, сделаем больше светлого, больше блонда, больше холодного. По затылку пройдемся в классической схеме, просто немного рассветлим, естественно, изменим все цветовое направление. Ну и плюс, почему я начал это говорить по-итальянски? У нас сегодня с вами будет итальянский ролик. Потому что я вам покажу новиночку. Я тут себе надыбал. Вот такая прекрасная новая игрушка у меня от фирмы Gamma Plus. Попозже покажу. Фен XL, ну, соответственно, итальянский. А тонировать и красить мы сегодня будем тоже премиальным итальянским продуктом, который я давно хотел попробовать. У меня это наконец получилось. Это Divinus. Тот самый, которым работают в салоне «Культура» в Москве, Дима Цоем работает, которым работает много индивидуальных мастеров, который не дергает натуральную базу, который не пропаливается, имеет чистый цвет, большую цветовую палитру и от всех итальянских красителей отличается чистотой цвета. Он не заполняет, не забивает, не углубляет, а прям вот мягенько и красиво дает. Поэтому сейчас я быстренько готовлю, замешиваю состав, делаем разделение и приступаем без лишних слов к работе. La prima blonda de... Как оно было? Primavera. Prima. Короче, мы сегодня сделаем просто приму. Балерину нашего театра. Порошок. Для работы мне технолог бренда посоветовала взять порошок Progress. Он классический. Он не раздувается. Подходит для мультитехник. И можно делать закрытые окрашивания. Ну, техники закрытые, техники открытые. Даже в свободной руке. Но мы будем сейчас работать двумя составами. Я решил не использовать активатор выше 3%, потому что хоть на самой банке вот здесь вот и написано, что можно использовать на оксидах 1,5, 3, 6, 9, 12%. Только напишите мне что-нибудь про ногти. Мне некогда было заниматься маникюром. У меня были другие заботы. Значит, повышение на 2, 3, 5, 7 и даже 9 уровней на 12%. Но вы же с вами прекрасно понимаете, порошок с 12% я не смешаю ни при каких условиях. А вот на троечке, 1 к 2 на корни в одну миску и 1 к 4 на концы в другую миску, я замешаю, и мы спокойно с вами сделаем окрашивание, не повреждая структуру волос. Почему я так совершенно спокойно об этом уверенно говорю? Вчера Леша занимался тем, что просто весь день потратил на тестирование данных продуктов. Он сделал обесцвечивание 1 к 2 пропорции на час на обесцвеченные волосы и на 1,5 часа на обесцвеченные волосы, еще более светлые на исходнике. Ни один волос не порвался. Если сейчас я найду эту прядку, я вам просто покажу. Естественно, покажу все оттенки, потому что вот они стоят. Видите, мы их даже толком не убрали.
протестили самые красивые, идеально отобранные для вас цвета. Покажу, расскажу, дам вам рекомендации по этому красителю, но пока просто приступаем к миксовке. Не будем делать большие порции, будем делать где-то грамм по 20, если что, будем домешивать. Пропорция смешивания 1 к 2 на темные участки, 1 к 4 на светлые, на 3%. Кстати, пишите в комментарии, как проходит ваша весна, чем занимаетесь, как с работой, как с клиентами, какие пожелания у клиентов появляются со сменой сезонов. Очень интересно пообщаться. И, ребят, я сразу извиняюсь, но такое количество работы, которое появилось у меня сейчас, не позволяет мне много отвечать в YouTube. Поэтому первую неделю, полторы-две с момента выпуска ролика я с вами, потом по мере возможности. Итак, диаграмма аромбо, то есть схема ромб. Знаете, как строится, ничего сверхъестественного нет. Здесь, как я вам, может быть не вам, а может быть даже и вам, рассказывал в своем телеграм-канале, мы должны ориентироваться на плоскости головы. То есть мы строим таким образом схему, чтобы у нас везде сохранялись плоскости, чтобы нам было удобно. И здесь, прядь за прядью, шаг за шагом, то есть пассо де по пассо, мы движемся диагональными проборами к нашему ромбику, который будет наверху. Здесь ничего сверхъестественного, просто классический эйр, выдуваем длинный слой, здесь 1 к 2, здесь 1 к 4, все это делаем мягко, обесцвечиваем, продвигаемся первый сегмент, второй сегмент, потом уже будет поинтереснее. Поэтому сейчас, сегодня меня ассистирует Анна Сергеевна, потому что у нас тут сегодня вечеринка движ, у нас работают все, Анжела, Кристина, Аня, Леша, а у Ани был выходной, поэтому концамир. Помните, да, все наше чудо? Вот, кстати, очередное изменение, которое претерпели Анины волосы. Она подстриглась, а Наташа, которая приезжала ко мне из Казани, привет тебе огромный, на 4-дневное повышение квалификации, скажем так, хотя она все прекрасно и так умела делать. Мы отработали милирование, мы отработали нанесение, мы отработали упаковку, тонирование, работу с цветом. В общем, вот результат. Спустя месяц, да, уже? Да, практически месяц. Ну вот, то есть спустя месяц у нас и оттенок держится, да, у нас смылась легкая розовинка, но у нас ни рыжего, ни желтого, ничего. Поэтому, Натуля, ты молодец, Анюта героиня, а тебе придется сделать блондинкой, потому что тебя затемнить не получается. Ну что, поехали. В итоге замешали две смеси, не взбивали. Вот так выглядит смесь 1 к 2. Вот так выглядит смесь 1 к 4. Естественно, она более жидкая. Можно взбить миксером, можно это все дело превратить в пену. Нам это абсолютно не надо. По консистенции, могу сказать, наверное, чуть ближе к Велле. По помолу, чуть ближе к Формовите. Ну, то есть, как бы такой гибрид итальяно-немецких технологий. Но продукт реально мягкий. Мы его пробовали. Потом покажу хвосты. Вот, а пока приступаем, у нас время. Внизу у нас практически уже нету блонда на концах, поэтому отрабатываем все одним составом. Кстати, как видите, у этого фена есть большое преимущество. У него в комплекте входят 4 сопла, и есть сопла вот шириной почти в прядь. Очень удобно. Я когда эту штуку увидел, меня это, наверное, цепануло больше всего. Он легкий, просто до безумия. Он просто невесомый. То есть для девочек, у кого, допустим, много укладок в работе, будет очень удобно. То есть не устаешь. Даже такое ощущение, что ты держишь в руках игрушку. Настолько он просто пушинка. Плюс его классическая, более классическая форма позволяет укладке делать более привычным для нас способом, перекидывая пряди через сопло. Что тоже немаловажно.
А еще, ребят, я просто продолжаю каждый раз быть просто в превеликом поклоне перед вами всеми. 184 с лишним тысячи человек на канале, и это все вы. Ну давайте добьем уже к моему дню рождения, который будет в мае, до 200 тысяч. Ну это ж круто. Вам не сложно, мне приятно. Кнопочку подписаться нажали, коммент оставили. Ну и кому-нибудь ролик отправили. А я, в свою очередь, уже начал делать курс. Вы очень много его просили. Просто я, если честно, даже не подозревал близко, что так много людей будут хотеть именно обучающего курса от меня. Это не будет, к сожалению, курс обучения колористике с нуля. Это будет мастер-класс по повышению блоками. И первый блок мы уже с Артуром пишем, посвящен сложным случаям. Ну, как бы то, что больше всего нужно. Поэтому вам всем спасибо за мои старания, лайк и подписка. В общем, набрали мы наши затылки, правый и левый. Сейчас будем работать с височными зонами. Здесь мы не будем сейчас брать эти вертикали сумасшедшие, какие-то диагонали безумные. Мы просто берем прядь под наклоном. Берем длинный слой, strato lungo. Красим длинный слой. Делаем, так сказать, аппликацию, аппликационы. Распределяем краситель, заворачиваем первый конверт. Поднимаем конверт вверх. И работаем в том числе во втором слое, для того, чтобы максимально создать много блонда с мягким переходом. То есть мы интегрируем седину и выбираем таким образом, чтобы у нас баланс всегда был что-то по типу 60 на 40. 60 выдуваем, 40 красим. Можно делать такие истории в один конверт. Я показывал, как это делать. Но иногда чище и удобнее сработать на двух фольгушках. Такая работа не является простой. Здесь нужно предупредить клиента о длительности по времени, о высокой стоимости работы. Но и результат будет соответствующий. Поэтому мы можем позволить себе использовать фольгу в большем объеме, чем обычно. Происходит организация рабочего места, по-итальянски, но, скорее всего, организационный. А прикол-то в чем? Почему я такие слова использую сегодня по-итальянски? Если вы берете русское слово, которое заканчивается на «ция», то в итальянском оно будет звучать так же, только с окончанием «сьоне». Все просто. Если у вас слово оканчивается на «сия», то оно будет оканчиваться в итальянском на «сионе». То есть эмульсия, эмульсионе, пенсия, на которую, мне кажется, я скоро выйду с такой работы, пенсионе. Вот. А если слово оканчивается на «изм», то в итальянском оно заканчивается на «измо». Туризм
туризму, механизм, механизму. Хорошо, что маразм ни на что не заканчивается. Если честно, вопрос выбора тематики у меня был, ну, достаточно быстро решен, да, итальянские продукты, итальянские инструменты и Италия. А потом я начал думать, а почему все-таки меня так сильно цепляет Италия своей модой, своей стилем, своей красотой. Дело в том, что, вы знаете, да, я за максимальную вот культурность образа, за максимальную естественность. И я считаю, что итальянки на сегодняшний день, это, наверное, ну, после русских, это эталон красоты. Потому что то, насколько элегантно выглядит итальянка, и для нее быть в шикарном платье, шляпке, шарфике, в перчатках, сумочкой, да, в лодочках идти по улице под руку там со своим мужем, который тоже в костюме, в очках, там, с какой-то идеальной бородкой, это нормально. И это круто, потому что мы же здесь про красоту. А красота, она и в деталях, и в мелочах, и в общем образе. Поэтому итальянцы, да, они круты. Но, маленькое но. Если мы разберем итальянскую школу колористики, то мы увидим очень много открытых техник. Почему я все равно не сторонник открытых техник? Макс, прости, я против твоего балаяжа абсолютно ничего не говорю, но у каждого есть пристрастие. Открытая техника, она, ну, как бы ассоциируется автоматически с чем-то лайтовым, естественным, мягким, нежным. То есть золотистые пряди, блики, выгоревшие какие-то нюансы. Так получилось, так сложилось, что я в жизни люблю больше холодные оттенки. Мои клиенты тоже любят больше холодные оттенки. Сотрудники салона тоже любят холодные оттенки. Получается, что как-то у нас в коллективе сложилось, что все любят больше холодные оттенки. Ну а балаяжем их достичь практически нереально. Реально, если натуральная база 8.0, для этого надо жить в Скандинавии. Мы не живем в Скандинавии. А мы делаем интеграцию седины. А помните, да? Ция, интеграция, интеграционы. Вот. Для того, чтобы Мариша у нас была в итальянском стиле, предельно элегантно, отрастала максимально мягко, и вся ее женственность оставалась полностью реализована. Да, жду. Будет. Будет, будет. Всего-то какие-то еще 5 часов и будет. Кто-то скажет, что надоел AirTouch во всех его методах и проявлениях. Не спорю, кому-то надоел. А я как не любил милирование, так и не люблю его. А некоторые очень любят милирование. Здесь мне нравится то, что всегда возможна коррекция. А как будет коррекция по-итальянски? Напишите и поставьте на паузу, допишите. Если оканчивается слово на «ция», то в конце у нас идет «зионы», «тионы», «терксионы». Учите иностранные языки, вам будет круто, вы поедете за границу, вы будете все мочь, уметь, понимать, знать и общаться. Придете в итальянский салон и скажете, что мне нужно вот так-то, вот так-то, вот так-то, и вас покрасят правильно, в закрытой технике, а не открытой. Кстати, пишите, у кого больше балаяжей, у кого больше милирований, у кого AirTouch. И кто какую технику любит и чаще применяет. А еще, кстати, по поводу фена. Могу отметить такой момент, который для меня является на самом деле очень важным. Ну, как про ширину сопла я говорил, да, то есть они есть шире, есть уже, есть толще, есть тоньше. Оно крепится на защелках. Кто-то скажет, ой, типа у других фенов они магнитные. Здесь оно на трех точках крепления. Оно не слетает. Я устал сбивать магнитные насадки. Я работаю так энергично, у меня вечно фен по расческе, и все. А здесь, ну вот. Ну, щелкает, да? Бью по пластику. И он невесомый. Он просто невесомый.
И все-таки добавлю я небольшое количество Mane Professional Retouch, моего любимого также гелевого красителя, который тоже не дергает натуральную базу в наше окрашивание. Для чего? Ну, да как минимум для того, что просто в Diviness у меня на данный момент нет 6 и 7 уровней. У Mane они есть. Возьмем 6.0, 6.1 и 7.11. Все холодное и натуральное для того, чтобы просто нейтрализовать ржану. Краситель также произведен в Италии, поэтому от итальянской темы мы не отходим. В равных пропорциях. 11, 22 и 33 грамма. И когда мы добавим 66 грамм окислителя, как понимаете, да, по-другому цифра не могла никакая быть, мы получим 99 грамм смеси гелевой, которой нам хватит на всю длину. И эту длину мы протонируем и смоем сразу все вместе, потому что у нас в конвертах уже просто красота. И сейчас мы быренько, элегантненько намазюкаем волосюки между конвертиками. И мне сейчас напишут кучу гадостных комментариев, что за уменьшительно ласкательные суффиксы. Падла, да. Вот итальянцы это вообще люди, которые в принципе не напрягаются ни по какому поводу. Я тоже не напрягаюсь ни по какому поводу. Поэтому это тоже итальянская тематика. У кого-то сиеста, у кого-то фиеста. Ой, а кстати, подожди, держи. Как называется вот этот напиток? Он же, по-моему, итальянский, который с белым вином. Или нет? Или это испанский напиток? Так, ребят, ну, которые поняли, вино, фрукты. Сангрия. Испания, да? Это Испания, да, это Испания. Тогда ладно, отпадает. Тогда, значит, нам нужна граппа. Чуть-чуть граппа и все. Граппа – это итальянский самогон. Да. Как-то однажды, я помню, я пошел на дегустацию вин, меня пригласили, и там была в одном месте граппа. А поскольку я сухие вина не пью, я люблю только все сладкое и полусладкое. Граппа была сладкая. Мне дали ее попробовать, я не понял, что случилось, но через 5 минут мне было так хорошо. А потом я узнал, что там было 60 градусов, не Цельсия. Серьезно? Да. Граппа очень крепкая, она бывает от 40 до 60. Она была сливовая и очень вкусная. Кстати, про между прочим. Кто меня давно не видел? Скажите, похудел я или нет? Потому что вот эта вот худая, красивая ведьма с прессом, ногами, идеальными ягодицами, густыми волосами, ходит тут, бесит весь салон. Вот. Я худею, начиная с Нового года. Я был 92, сейчас я уже 87. Вот. Крестюшка наша тоже решила с собой заняться, худеть. Короче, мы все собой занимаемся. Я все к чему. Если результат заметен, черканите, пожалуйста, мне будет приятно, это раз. А второй момент. Хотите, я буду снимать свои тренировки и на лайв-канале это все выкладывать в виде таких маленьких вложиков. Могу выкладывать, могу не выкладывать. А могу выкладывать, не спрашивая, но... У нас релакс. Сейчас нанесу последний конверт и покажу. Давай, давай, давай. Ага. Оп, ага. И покажу, что там получается. Тамам. 3%. И границы. Закрывай. Плотненько. Ага. Сыпасы боб. У нас тут уже история прям на пике. Мы прокрасили наши конверты. Работает порошок офигенно быстро, ровно. То есть у нас сколько? Ну часа
ну, около 2 часов где-то, да, у нас прошло с момента нанесения первой пряди. Просто шикарный, чистейший фон, все увидите. А еще я могу вам сказать, что относительно того техника, той техники, той идеи, которую я использую сейчас в работе с Мариной, то есть интегрировать седину, есть несколько нюансов. Возможно, вы уже поняли, когда мы работаем с какими слоями, с какими корнями и так далее. Если не поняли, следите за моими руками, потому что здесь мы просто немного интегрируем седину в цвет. А вот если нам нужно будет сделать полностью, встроить седину в окрашивание, создать эффект седых волос, вот там алгоритм будет другой. И сначала он появится, скорее всего, у меня на курсе. По сложным случаям. Могу сразу наперед сказать, что будет входить. Это будут блоки. Это будет блок исправления сложных случаев. Это будет блок блонд. Это будет блок цвет, то есть рыжий, каштановый, холодный, теплый, какой угодно. То есть это будут именно тонирования. То есть все будет разделено по блокам, стоимость блоков будет абсолютно приемлемая. И они не будут связаны друг с другом вообще. Поэтому вы сможете взять для себя именно то, что вам будет нужно и интересно. Вот хотите тонирование, берите тонирование, больше ничего не надо. Такого, насколько я знаю, на сегодняшний день на рынке не предлагает никто. Очень надеюсь, что до конца года все блоки будут записаны. Начали мы уже со сложными случаями. Было, сука, сложно. Но прикольно. И поверьте, у Марины примитивно просто. Как-то так получилось, что у нас оба сегмента умудрились дойти одновременно. И поэтому сейчас будем смывать наш ромб, затылочную зону. Сначала смываем кончики. А теперь открываем конверт и смываем слой. Волосам просто пофиг. Вот. Ну, как бы, кто дерет обесцвеченные волосы? Естественно, никто. Поэтому не зря берем новинки. Да, краситель дорогой, даже ничего говорить не буду. Да, он не всем доступен. Но если вы хотите дать клиенту лучшее, а клиент готов за это заплатить, ну, значит, надо брать. Не бывает такого, чтобы и 3 копейки, и супер премиум качество. Ну, это наши реалии. То, что мы глазами видим разность фонов, это абсолютно нормально. У нас был натуральный корень и крашеная длина. Но поскольку у нас будет интеграция седины и нам нужен максимально холодный серебристый цвет, мы будем делать растяжку именно от корня. Более темное тонирование в прикорневой зоне, более светлое по длине, то мы это все идеально выровняем. Просто дело в том, что у Марины маленький ребенок, которого не всегда можно оставить дома, который не всегда хочет сидеть с кем-нибудь дома. И иногда приходилось нам вместо коррекции просто быстренько затонироваться и убежать. Вот. Поэтому ситуации у всех разные, и надо уметь решать данные вопросы. Вот еще зачем ноготь нужен. Раз, и удобненько открыл. Вот такая вот интеграционы у нас получается. Сейчас хорошо промою, и вы можете видеть, насколько ровно и мягко у нас все это выглядит. Для кого-то этот фон будет слишком желтый,
а для нас он абсолютно достаточный, потому что, ну, как бы десятку, если я сделаю Марине, это будут слезы, крокодильи, человек категорически не видит себя в белом цвете. Серый, пепельный, фиолетовый, перламутровый, розовый, холодный, бежевый, чем еще делали, жемчужный. За 10 лет, за 8 лет мы делали много чего. Да. Но самое интересное и самое важное, что ни разу я в шоковом состоянии не уходила. Один раз. Ну ладно, блонд. Один раз, когда я просто Марину взял и перекрасил в Total Blonde. Прозрачнейший, 10-38, 10-0. Нежный, светлый, жемчужный, охренеть, ровный. У нас там волосы были то ли натуральные, то ли чем-то тонированные, короче. Марина уходит. Сделала машину, посмотрела на себя в зеркало заднего вида. И вернулась. И вернулась. И мы перекрашивали. Затемняли корни, сделали глубину, перешли на 8,38 и 9,38 по длине, и все. То есть, ну, не нравится человеку супербело. И десятка на концах тоже не нравится. Ну, слишком светлая, слишком бесцветная. Поэтому у нас левическое отступление. Я пошел искать. Сейчас я... У меня хвосты. Я не знаю. Где хвосты? Как будто ищу запрещенные вещества. О! Это выкрасы, которые мы сделали вчера специально для подготовки к ролику. Это цвета. Ну, желтые не смотри, желтые это, естественно, просто не окрашенные волосы. То есть мы брали вот так. Это то, что было у меня. Да, ты была у нас типа вот между вот этим и вот этим, да, что-то вот такого плана. Просто, ребята, видите, насколько да. Чистый дайвинос дает прикольные оттенки. А я бы тебе сделал в корень что-нибудь такое похолоднее. Вот, вот это с вот этим на корне. А по длине вот это с вот этим и с вот этим. Ну, чтобы он был такой серинкой с перламутром. Да, но это. Для этого эксперименты на глазах недопустимы. Вот это, ребят, можно получить, когда у вас идеальная чистая десятка. Это чистый 10-21, а вот здесь у нас еще есть 10-21, по-моему, даже с клиром где-то был или не было сейчас. Да, вот это 10-21 с клиром, то есть, ну, сверхпрозрачные цвета. Мы их просто не увидим. Если мы их даже сделаем, то они смоются очень быстро. А вот добавляя в корень натуральный, добавляя перламутровый, добавляя вот этот холодный, мы сможем интегрироваться к седине, чтобы у тебя плавно это все растекалось, потому что у тебя-то не будет здесь уже темного, у тебя будет много светлого. Вот, держи. И вот эту красоту мы будем творить. Низ потемнее, верх посветлее. Все, поехали дальше. У нас еще набор длится. Белли капелли. В смысле, красивые волосы. Бьянко белли капелли. Белые красивые волосы. Вот. У нас тут просто все перфетто. До исключения одного момента. Здесь мы сделали эйр. Классический, в одном слое. У нас здесь баланс примерно 60/40. Все окей. Здесь у нас 75/25. А что нам будут делать? Опять 33 пакета винтить, да? Ну, как бы не хочется. Как бы не особо удобно. В этом есть моменте очень легкий путь решения. Берем более тонкую прядь. Наташа Баринова, привет. Тонкая прядь, не жалеть себя. Это ее фраза, которая, можно сказать, всегда меня настраивает на максимально продуктивный лад. Изменяем уровень захвата. Берем не близко к концам, а чуть ближе к корню. И просто средним уровнем захвата создаем а-ля 50/50. И получаем 70/50/60. Глазки ваши, ваши помощники. Смотрим, думаем. И так же, как Наташа сама говорит, нужно понимать и думать. Я вас тоже всегда учу думать. Еще раз подчеркиваю удобство работы с широкими прядями, широким соплом на идеально подобранной схеме под голову клиента.
Прядь практически полностью прилегает к голове. Широкое сопло быстро продувает эту прядь. А кроме того, просто легким феном удобно работать. А потом еще Аня наша, вот эта самая Аня, которая Клюшкина, которая в свое время проработала в Арабских Эмиратах сколько? Два года. Которая фенами вытягивала арабские кудрявые, длинные, густые, черные волосы. Покажет, как вот именно вот этим феном с разными соплами можно делать разные укладки. Почему, опять же, я опять настаиваю на преимуществе вот этого сопла, широкого. Помните, я говорил, какие у меня брашинги любимые, удлиненные. Прям вот аккуратненько, четенько. А если бы сопло было короче, то пришлось бы половину пряди посушить, еще половину пряди посушить. А тут берешь прядь и сразу сушишь. Короче, вы видите, у нас Мариша сегодня уйдет мегастар. Угу. Не суперстар, да, а мегастар. Кстати, вот, можете глянуть промежуточный процесс. Вот так у нас выглядит все без тонирования. Без тонирования, без ухода, без укладки, без ничего. Вот. Что значит правильно просчитанный баланс. Есть математика цвета, да? А есть геометрия окрашивания. Я придумал новый термин. Все, слушай, срочно патентуем. Так, все, пока не это. Так, сегодня у нас... Какое число будет сегодня? 23 марта. Геометрия окрашивания запатентована. Ну, это сейчас тренд такой, запатентовать все, что... Да есть любое понятие. А если ты что-то придумала, то успокойся, любое... в мире есть какой-нибудь азиат, который делает это уже лучше тебя. Глазами и мозгами. Просто Марина, если что, медработник. И вот тогда можно задать встречный вопрос. А как ты помнишь, при каком диагнозе, какое лекарство, как оно называется, в каких дозировках и по какой схеме надо человеку прописать? Там нет варианта креативничать, понимаешь? Там есть вот основные понятия. И все. Да, и все. Ты должен знать конкретные четко дозировки. У меня одна клиентка работает в нашем перинатальном центре. Я у нее спросил, говорю, а какие рекомендованные Минздравом препараты для беременных? Она сказала, магнезия, натрий-хлор и что-то еще, по-моему, то ли нож, то ли что-то. Говорит, это вот, ну, типа, вообще безопасно. Ну, может быть, не помню. Я говорю, подождите, и все? Она такая, да, говорит, это вот то, что можно. Говорит, а все остальное, говорит, уже приходится врачам думать, придумывать, просчитывать. Ровно как и в нашей работе. Порошочек есть? Есть. Все, взял, намазал. Ага, хренушки. Тут пропорция такая, здесь пропорция сякая. Здесь смыл через столько, тут смыл через столько. Что они там делают? Войдите! Я не знаю, кто там, но там кто-то бьется и головой в стену и гавкает. Или это улитка бьется? Ирка, спасибо. Спасибо тебе за улитку. Мне улитку подарили. Ира из Петербурга, с которой мы познакомились на Beauty Travel, который, кстати, в данный момент, вот именно прям вот в данный момент проходит, прямо сейчас вот в Дубае. В Фуджейре, по-моему, если я не ошибаюсь. В Дубаях? Нет, в Дубае. Есть в Дубаях. Да, да, пофиг. Ага, как Стачак. Она не понимает, Дим. А, все, да, я понял, как Стачак, да. Не, ну, врубилась, слушай, молодец. Анна Олеговна у нас прошаренная. Вот, и, короче, в данный момент проходит Beauty Travel. Фуджейра? Да. И, да что там творится? И я очень сильно жалею, что я не смог там участвовать и присутствовать, но на то были весомые обстоятельства. Надеюсь, в следующий раз увидимся там. Поэтому... Если увидите где-нибудь в пабликах, в группах анонс мероприятия под названием Beauty Travel,
не думая. Улитка живая или какая? Улитка живая, охотина. Она ползает в аквариуме. Ребята ее там яблочками, огурчиками, кивями. Чисто кубанская. Кубанская улитка. Да, с питерскими корнями. Лук, зелень там. Картошка, мартошка. Да проходи, что ты, да иди давай, сюда. Давай. Ты так прям пугаешься, как будто ты в роликах никогда не снималась. Помните Аню? Это когда мы делали... Что у нас там было? Выход из AirTouch, да, в Total Blonde с тобой? Когда мы в четыре руки просто нон-стопом 8 часов выкатывали Ирину. Выкатали. А потом Аня мне еще, по-моему, помогала в каком-то ролике. Вообще, пишите темы, которые вам были бы интересны. Потому что, на самом деле, делать ролики про одни и те же техники окрашивания, ну, как бы, такое себе. Потому что, понятное дело, что техник на свете три. Да, милирование, AirTouch и балаяж. Потому что шатуши и AirTouch — это одно и то же. Это работа в слоях. Вот, милирование — это разделение плоскости на прядки, и балаяж — это рисование на волосах. Вот, Макс Пергалык, кстати, про это тоже рассказывал. Я с ним полностью согласен. Вот, и чередовать, ну, чередую. Ну, Total, да, ладно, хорошо, Total Blonde еще есть, да? То есть, ну, это не техника, это тип окрашивания, просто однотонное окрашивание. Чего мне для вас снимать, ребята? Переходите в телегу, я там создам голосовалку. Ссылка будет на телегу внизу. Заходите, смотрите, что мы там постим, болтаем, общаемся и предлагайте свои варианты. Соответственно, я напишу, что вам интересно, а свои варианты пишите в комментарии. Меня просто иначе Артур скоро съест. Хотите прямую трансляцию в эфире, в смысле в Ютубе, в смысле лайв, стрим? Можем замутить тоже, надо или нет. Все пишите, все в телеге, все опросы, все в телеге. Я пошел состав мешать. Все, не гружу больше. Все, мы тут висок левый тоже смыли. Ну вот, да, прям тут несколько волосков даже повредилось, прикиньте. На обесцвеченных полностью волосах. Ну вот, допустим, вот. На, прядь. И да, самые кончики, конечно, у нас повредились. Прикиньте, они были блондом 9 уровня, который мы обесцвечивали. А по сути, если сейчас волосы затонировать, обработать минимальным уходом, там, допустим, пускай это будет тот же самый К18, который, ну, как бы заполнит нам все поры, мы все получим ровненько. Все. Можешь проходить и смотреть уже на белый бок. Ну и, соответственно, вот лезем в корень. Так вот выглядит корень. Как бы. Интегрировано. Все, у нас щелка и промазываем, наверное, сейчас вот это. Да, сейчас промажем вот здесь. Посмотри, ощущение, что ты как будто уже покрашенная, по сути. Я сейчас реально на минутку тупанул. Я такой думаю, а эти концы, значит, мы еще не обесцвечивали, а вот это... Ну, стопы, что мы не обесцвечивали? Как мы их не обесцвечили, если это уже обесцвеченное? Конечно. Он вот здесь станет еще белее. Здесь ты уже не желтая. Не, вот именно концы. Да, они станут у тебя еще холоднее. Прям прозрачные. Там будет 21, 23, 22. Перебрались мы к челке. Это наша самая главная контрольная линия. И вечный вопрос, да? Как идти? Перпендикулярно или параллельно? Если мы пойдем перпендикулярно челке, то при собирании волос мы увидим полосочки от краевой линии к макушке. Нам полосочки не надо, нам надо россыпь. Поэтому мы идем параллельно краевой с максимальным выдувом. Двигаемся право, лево, право, лево, право, лево. Вот взяли сейчас часть волос правее, сейчас берем часть волос левее. Ну, для вас это просто наоборот. А если брать со стороны Марины, то так, как я сказал. Продуваем. Подставляем.
наносим, протягиваем. Раз, два, снимай. Замок. Закрываем четко по ширине пряди. Не пытайтесь заузить или расширить прядь. Обернется вам это плохо. И двигаемся. Справа, налево, направо, налево, направо, налево. Тем самым вы не получите каких-то явных видимых границ. Чуть-чуть голову вот так. И сделаете максимум светлого. Потому что когда у Марины много темного корня и отрастают сединки, это смотрится некрасиво. А вот когда у нас будут светлые волосы и будут отрастать темные волосы с сединками, это будет смотреться намного более гармонично. Потому что темный корень всегда смотрится лучше, чем светлый. Ну и все. И движемся к нашей центральной точке. Если волосы становятся более густые, то можем работать также в двух слоях. То есть прорабатываем сначала первый слой, делаем выдув. И второй слой тоже обесцвечиваем. Попробуйте написать в комментариях, точнее не попробуйте, а попробуйте догадаться. Если кто-то знает, очень хорошо, пишите. Кто не знает, предположите, почему. Если мы работаем двумя конвертами, получается более красивый результат, чем если бы мы это все запаковали, оба слоя, в один конверт. Анна Олеговна. Да? Я снял 5 челки. Тащи фольгу. И такое бывает. Я один раз вместо виска ромб смыл, и чё? Перенабирал. Алюминиевую промышленность на... Нас надо отдельную заводить. Парикмахерская алюминиевая промышленность. Не, между прочим, я один раз переплавил больше 1000 тюбиков. Мне получилось что-то около 8 килограмм алюминия. Сейчас еще собираю тюбики. Но фольгу, если честно, собирать сил нету. Ее ж мыть надо. Я, мне кажется, воды больше потрачу, чем... Падла, горячо. Чем заработаю с этой алюминиевой переплавки. Но было залипательно. Так. Tutto bene. Все хорошо. Мы не забываем, что у нас сегодня ролик по-итальянски. И вы помните, да, что если слово оканчивается на sia, то это по-итальянски также на sione. Если ролик... Ой, ролик, да, заканчивается? А ролик уже заканчивается? Или в самом разгаре? Что у нас там по времени? Сколько материала наснимали часов? Минут на 45, нормально, еще в середине ролика. Вот если, если заканчивается на «изм», то это «измо», «туизм», «туризмо». Вот, а если заканчивается на что-то еще? А? «Ция», да, то это «сионе». То это «сионе», нормально, понимаете? А я смотрю на волосы. И мне просто, сука, нравится фон. Посмотри. Но мы сейчас не говорим, Марин, о том, что они остались чуть золотистыми. Эти про светлые и переход от темного. Мы делаем интеграцию седины с переходом в блонд. Если бы нам нужно было сделать интеграцию седины с эффектом седины, это была бы совсем другая песня. Там алгоритм абсолютно иной. И про вот такие вот штуки я уже, конечно, буду рассказывать на курсе. Это будет блок, который будет не скоро. Первый блок про сложные случаи, и он пишется. Все? Все. Проходи. У нас финишная прямая. Мы все обесцветили. Сейчас мы будем тонировать, а это будет самое интересное. Потому что мы будем делать
окрашивание без перекрытия корней, но при этом корень мы будем углублять. Перекрытие корней очень такая спорная штука на сегодняшний день, потому что кто-то просто тонирует чистым блондом 10 уровнем и ничего больше не делает, и типа, ну, без перекрытия, согласен. А мы же будем тонировать с растяжкой от, грубо говоря, 8 уровня до 10, но 10 либо плотного, либо 9, то есть это будет сейчас у нас определено прям вот фактически с минуты на минуту, когда мы высушим полностью все волосы. Ну, на макушке, конечно, не будем всю голову просушивать. И это тоже не будет считаться перекрытием корней. То есть мы просто будем делать притемнение в прикорневой зоне, поскольку у нас было 3 сантиметра натуральных волос, а кончики у нас были окрашены и длина. Выжигать, допустим, челку, да, до состояния белой ваты я тоже не собираюсь. У нас и так здесь много блонда. Получить перебеленное пятно у лица нам не надо. Иначе Марина будет плакать. А плачущие девушки в салоне нам не нужны. Нам нужны радующиеся. Нет, если плакать, то только от счастья. Ну да, как Влада. Когда она плакала, что ей все понравилось. И теперь она шатенка, блин. Ну, девчонка счастлива. Это самое главное. Анна Сергеевна, иди сюда. Что ты опять от меня шкеришься? Убери мисочку. Между прочим, у Ани сегодня тоже платиновый блонд. Ну вот. А мы сейчас прокондиционируем волосы. И как создадим красоту. И вот по поводу того самого дискуса, по поводу того, что нужен AirTouch, не нужен AirTouch. Долго, недолго. Долго, нудно. Но красиво и практично. Некрасиво тогда, когда реально делают седину на темных волосах. Согласен, ну как бы не надо. Но когда нужно интегрировать окрашивание с сединой, ну, я посмотрю, как вы это будете эмилированием делать. Долго, нудно, муторно. Не, я потом покажу все его фишки. Он реально прикольный. Во-первых, у него наша любимая проф-кнопка холодного воздуха. У него функция блокировки, то есть на первом положении мы можем регулировать и температуру, и скорость воздушного потока. А на второй хоть обожми. Оно не работает. То есть очень удобно, можно зажимать как угодно и не переживать, что поменяется температура и все прочее. Поэтому сейчас берем, просушиваем и готовим тонирующий коктейль. Пускай видят, что у нас ничего не приукрашено, что вот у нас вот, все на месте, ничего не отваливается, ничего не надо замазывать. Что я хотел показать. Правый висок у нас был самый белый, но в плане от природы. Как у нас получилось встроить цвет? Понятно, что здесь белее. Ну понятно, потому что здесь есть темные волосы, а здесь их практически нет. Но сама суть. На таком количестве. Вот. Блонда у нас не будет видно отрастающей дурацкой седины. А чуть-чуть притяним, притушуем и подувеличим. Холодный. По поводу вот этой части. Почему она у нас желтит? Потому что мы ее всегда чуть ли не трехкратно прокрашиваем. То есть по-хорошему можно взять волосы с проверкой на прочность, обесцветить здесь еще раз. А можно отыграть тонированием. Я как бы склоняюсь ко второму. Вот. Тем более, что нам белый, прям белый, везде белый, не нужен. Нужны максимально светлые концы, чтобы у нас это все в холодное уходило, а серединка была естественной. Пойдем замешивать коктейль. Итак. У меня не супер полный набор красителей, потому что я с ним только знакомлюсь, но самые красивые оттенки у меня есть. Итак, мы берем 8.23, мы берем 7.21 и мы берем 8.27. Сейчас покажу, как выглядит хвост. Выглядят хвосты. 8.27. Он идет у нас пепельно-коричневый. 8.23. Он у нас идет перламутрово
А, ой, то есть перламутрово-коричневый, здесь перламутрово-золотистый. И 7.21. Это 8.1. Вот, и 7.21 перламутрово-пепельный. Нам нужно сделать холод, и поэтому нам нужно смешать теплое в меньшей степени и холодное в большей степени. Поэтому мы возьмем сейчас следующие пропорции. Мы возьмем 7.21, 20 грамм, 8.27, 3 грамма, 2 грамма, 8.23. И, допустим, что еще можно сюда сделать для более холодного, прикольного оттенка? У нас есть вот такой вот чистый оттенок 8.1. И я думаю, что буквально пару грамм я его сюда все-таки добавлю. Нужен ли здесь оттенок 9.22? Вопрос, конечно, риторический. Потому что в теории желтизну перекрыть надо, но с другой стороны нам не нужно делать супер лед, поэтому я бы, наверное, поберег себя от нервов, связанных с окрашиванием волос вот в такой интенсивный фиолетовый оттенок. Да, он чистый, да, он красивый, но он нам не впишется. Мы его возьмем с вами в длину, там, где у нас желтизна, мы будем ее перекрывать. У нас получилось 27 грамм мы будем смешивать с 27 граммами 3% оксида. Замешиваем и наносим на корни, а потом будет длина. Краситель, как вы видели, в тюбике является прям водичкой-водичкой, а вот при нанесении, при смешивании с окислителем лосьоновым, он превращается прям в такой приятный крем-гель. Работать им очень удобно, легко. Растягивается очень хорошо. Наносим не на совсем прям сухие, но и не на прям сильно влажные волосы, чтобы получить максимум цвета. Натуральную базу фактически не дергает. То есть за счет того, что мы сейчас передержали на корнях Мане, он чуть-чуть смог изменить нам направление цвета при корневой зоне. Это как бы нормально с учетом передержки. Вот. Мы этот момент сейчас и используем нам в плюс. Сегодня все широкое. Сопло широкое, кисть широкая. Только прядочки были тоненькие, узенькие, набирались. Что касается фена, все-таки хочу отметить, для кого, по моему взгляду, он очень круто подойдет. В первую очередь для девушек. Во вторую очередь для тех, кто любит работать с техниками. Для тех, кому нужен достаточно тихий инструмент, потому что он, по сравнению с классическими фенами, довольно тихий. Присутствует такой легкий налет высокочастотного шума, но как бы там, если что, ультразвуковой двигатель с цифровым управлением, как на самых модных фенах на сегодня. Поэтому ничем абсолютно не уступает, в какой-то мере даже выигрывает. Во-первых, неудобно его просто вот так вот вешать. Ну просто удобно. Он не выпадает. И не падает со стойки. И набор сопел, это правильно сопел? Сопел, соплов. В нем есть разные сопла. Сопел, да? А то так бывает, какое-нибудь слово скажешь. Вот по-итальянски я не знаю, как будет сопла. Ох ты ж моя радость. Вот Анна Олеговна мне подсказала. 4 насадки концентратора разной ширины и длины. И это очень удобно. Под любой тип волос, под любой тип инструмента, под большие брашинги, под маленькие брашинги. Ну и, конечно, диффузор. Куда же без диффузора? Диффузором удобно, кстати, если у вас нет климазона, прогревать пряди. Цепляете диффузор на фен и ненаправленной струей мягко прогреваете. Ну а теперь, что касается длины. У нас будет 9.22, 10.21, 10.23 и 9.0. Почему так? У нас есть 23, 27 направления, 21 направление. Нам нужно поддержать гармонию цвета, поэтому мы используем в основу 21 и 23. Немножко охлаждаем его посередине с помощью оттенка 9.22
и немного подстрахуемся, добавив в концы, когда мы будем уже на самые кончики протягивать краситель, оттенок 9.0, базу. Просто чуть-чуть ее туда добавим, там, где нам не хватает золота. По пропорции у нас здесь будет 20 грамм, 20, у нас здесь будет 25 грамм оттенка 10.21 и 5 грамм оттенка 9.22. Итого 50 грамм смеси, ой, точнее красителя, 50 грамм окислителя. И когда мы нанесем прикорневую зону, которая у нас немного желтит, мы добавим оттенок 9.0. И перед этим, естественно, рассчитаем просто вес оставшегося красителя в количестве 10% от общей массы краски. Берем сегмент, прочесываем, берем краситель, наносим, перетушевываем. Распределяем. Этот краситель, он не прям вот жиденький-жиденький гель, который там вот можно рассусолить на всю голову. Нет. Он имеет такую крем-гелевую консистенцию. Очень приятный. По ощущению прям как будто такой питательный. И его надо не очень мало. Его надо наносить. То есть если его там просто граммулечку какую-нибудь намазать, то вы ее не растянете нормально, равномерно. Тем более не сможете сделать хорошую растяжку. Главный нюанс в том, что за счет того, что мы сейчас притемнили, ну, в кавычках, да, притемнили корни, мы их не перекрыли, просто мы сделали супер холодными, у нас долго будет сохраняться красивый эффект при отрастании. У нас не будет контрастно отрастать свой корень, потому что волосы свои, ну, максимально холодные, они прям пепел-пепел. У нас не будет видна седина, и Марина хотя бы недели три проходит спокойно, потому что через 3 недели один фиг, она все смоется, да? К сожалению, это правда, да? Это наша вечная боль. А прикинь, не смоется. А прикинь, так вот возьмет и как удержится у тебя на месяц. Такая придешь, и скажешь: вау. Итальянский эффект. Ага. Примадонна. На прима блонда. Примавера. Прима, примавера блонда. Первый весенний блонд. Мне нравится. Пока мне все нравится. А для того, чтобы увидеть, как у Марины выглядят волосы спустя месяц, ну, потому что обычно же как-то через месяц, да, ко мне приходишь в среднем. Ну, в среднем, да. Надеюсь, ничего не изменится, и ты также через месяц сможешь ко мне прийти. Я сфотографирую, покажу, что мы сделали, и выложу это в телеграм-канале. Так что подписывайтесь и следите. У нас уже проявляется цвет. Ой, прям... Я даже не знаю, как его передать, он просто очень красивый. Сейчас я сюда добавляю, как и обещал, 9.0. На самом деле очень интересно вот работать с продуктом первый раз в жизни. Очень, особенно мне. Нет, ну тут нет, он-то опробован, то есть он оттестирован. То есть это не то, что, знаешь, это взял из головы, да. Но сама суть, у него совершенно другая консистенция. Вот сейчас, после того, как он чуть-чуть побыл на волосах, он превратился в крем. То есть гелевый краситель превратился в крем. У меня такого в опыте никогда не было. То есть гель всю жизнь оставался гелем, а тут нет. Ну тут прям вкусно получается, прям очень. Сейчас интересно комментарии посмотрим. What? Зачем он сделал там что-нибудь такой, или сякой? Ребята, если у клиента есть желание, и это желание не противоречит здравому смыслу, а почему не выполнять это желание? Ну, нравится человек? Ну, допустим, да, бывает там, делаю холодный цвет. Нет, ей не надо было холодный, ей надо было теплый. Клиент хочет холодный, я могу сделать холодный. Вот я знаю, что ты относишься к фиолетовым всем оттенкам, абсолютно спокойно. То есть, ну, как бы они тебя не раздражают.
При том, что даже помнишь, когда-то что-то мы красили с тобой, ты говоришь, а что-то фиолетового даже не было, что-то такое. Вот. Поэтому... Что-то, ну, чего настолько не было с тобой уже в нашем опыте. Вот. Но сама суть. Добавив чуть больше фиолета, я просто подстраховываюсь от полного отсутствия желтого. А полное отсутствие желтого? Ну, очень давно. Очень давно. Анна Олеговна смывает, стабилизирует, делает укладку. Как раз покажет вам в работе Гамма Плюс, новый фен. XL, кстати, называется. Не XL, а XL. Так, ячейка X. А я пока для нашей еще одной гости сделаю контуринг на челку. Тоже в технике, естественно, AirTouch. Я могу прокомментировать, да, пока я тут набираю еще один микро Air. Особенность красителя Divinus в том, что то, как он проявляется и то, как он окрашивает волосы, это абсолютно два несвязанных процесса. У нас корни были ядерно-фиолетового цвета. Вот мы просто смыли краску. Еще даже не было шампуня на волосах. А фиолет уже исчез. Поэтому не всегда верьте тому, что видят ваши глаза. А для того, чтобы знать, что происходит, просто берем и делаем выкрас на прядях. И не ленимся. Белладонна. Мне это волшебство. Белла. Я не знаю, как он это делает. Что за схема, что за цифра. Это... Вот выходишь, и каждый раз это хорошо. Просто да. Голова. Голова клиента и голова мастера. Давайте еще раз. Прямо вот от самого начала. Еще раз про схему. Был ромб обычный, который я разделил не по точкам, проекциям и всему прочему, а тактильно, где у нас были плоскости, где у нас не было плоскости, где у нас там изгиб, перегиб и так далее, наивысшие точки головы, там затылки и все прочее. Я на все ориентируюсь исключительно тактильно. Вот перешли мы на височную зону. Я такой смотрю и думаю, так, ну, наверное, надо мне вот здесь вот так поставить или вот так. И начинаю думать, если я сейчас пойду вот так, волосы упадут вниз, мы разделимся на полосы. Зачем нам полосы? Нам нужна россыпь. Поэтому ставим более горизонтально. Подходим к верху. Я начинаю думать, если я вот эту вот часть просто на укорачивание вот так вот проведу к макушке, я смогу получить плавный переход или не смогу? Если я поставлю вертикально, опять у нас пряди будут распадаться, я буду видеть полоски. Зачем нам полоски? Нам нужно опять получить просто россыпь. Седина не бывает прядями, она у нас в основном всегда рассыпается. Вот, смотрите на виски. За счет чего мы смогли сделать вот эту интеграцию. Да, где-то чуть-чуть, конечно, оттенок, может быть, и бликует. Ребят, первый раз в жизни я работаю с брендом Divinus. Первый. Вчера все выкрасы делал Леша. Я тут пахал стахановскими темпами до ночи. Я просто видел, как цвет ложится. Минимальная практика. Вот, допустим, сейчас я могу сказать, что если бы мы в корень, допустим, добавили вот столько, допустим, оттенка 8.0, мы бы получили еще круче переход. То есть еще натуральнее. Но что было сделано? Допустим, вот с этой стороны, да, опять самая наша белая сторона. Мы смогли добиться такого эффекта, что обесцвеченные волосы отдают серебром. И сединки, которые где-то местами бликуют, потому что это был выдув, и выдув не красится красителем View, они соединились. По длине у нас перламутр, по длине у нас золото, по длине у нас... капля натурального, потому что у нас был разгон в один тон по середине и по концам, потому что концы у нас были двукратно обесцвечены, а середина у нас была крашеная. Вот и все. Пропорция смешивания 1 к 2, 1 к 4. Ни один волос не полетел. Все обязательно пропускайте через голову, пожалуйста. Не надо пытаться найти волшебную таблетку. Ее нет. Вот абсолютно. Ее просто нет. Даже возвращаясь к фену. Почему, опять же, да, вот я цепляюсь к инструментам. Не дешевый.
Ну, честно, правда, фен не дешевый, но хороший инструмент необходим в работе. Возьмем всем известный фен с дыркой. В чем у него большой минус, не плюс? Он настолько быстрый, что пока мы сушим волосы, волосы настолько быстро пересыхают, что они не успевают принять форму. Этот фен более медленный. И за счет этого получается добиться максимального глянца. Вы видели, когда Аня протягивала прядь, то есть она шлифовала с одной стороны, с другой. Да? Почему, опять же, я дал фен в руки Ане? Потому что она по укладкам больше профи, чем я. И я этого не стесняюсь. То есть у каждого мастера есть свое направление. То есть я люблю красить, я умею красить, я знаю, как это сделать. Аня знает, как постричь, знает, как уложить. Она, говорю, укладывала на браш феном арабские волосы в глянец, эффект утюга. И что я можно сказать про этот фен? Он позволяет достичь эффекта глянца намного лучше, чем фен с дыркой. Плюс ионизация, которая в него встроена, тоже снимает статику. То есть волосы не летят от этого сильно, не перегреваются. Можно еще раз, говорю, акцент максимальный, подобрать сопла. Ну и, конечно, диффузор в комплекте. И самое еще приятное, это вот эта вот штука. Длинный гибкий шнур. Во-первых, он сам реально длинный. Сколько? Наверное, больше 3 метров. И вот этот вот ограничитель, который не позволит вашему шнуру сломаться на заломе. Потому что когда у нас стоит коротенький такой жесткий ограничитель, шнур может перетереться. Здесь не дождетесь. Ну и удобная петля, опять же. И для меня вот это вот тоже важно. Хороший инструмент, хороший продукт. Благодарные, терпеливые клиенты, которые... Да и пациенты тоже. Я же не состоявшийся медик, а ты состоявшийся. Мы дополняем друг друга. Вот залог красивой работы. Поэтому смотрите, учитесь, пользуйтесь. Что касается дайвина, сыщите у торговых представителей. А по поводу фена, скину ссылку. Мне он понравился. Я его в работу беру, и я вам больше скажу. Я договорился с ребятами по промокоду PAPA10. Он будет внизу. По-моему, он так называется. Скидка 10%. Все внизу в описании. Всем привет, пока. Еще раз гляньте, а я пошел. У меня тут еще AirTouch на челке. Я тут еще часа на 2.